Всем привет, с вами Роберт, и сегодня мы с Фредди расскажем вам сказку про доктора Шинчук. Вот. А моменты, что было в прошлой серии, мы сейчас вам покажем. Приятного вам просмотра. Доктор Шинча посадила его в коляску и привезла домой. Уютно малышу в коляске. Ты сиди, не убегай, а я пока тебе ванну приготовлю. И доктор Шинча начала готовиться к купанию малыша. Помыла ванну, отрегулировала краны. И ванна уже готова, а малыш спрятался. Ну, потому что это его любимая игра. И доктор Шинча начала его искать. Где ты, малыш? Она его очень тяжело искала. И она нашла его. Но через несколько время... Ой, не могу тебя найти. Где же ты, малыш? Выходи, я сдаюсь. Ку-ку. Нет, нету. Странно, что из Карлсона не помогла фраза. Может, еще раз? Ку-ку. 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 А, ну, вроде я его вижу. Ну, вроде это не он. Может, он в зеркале? Нет, может, он в коляске? А, он вроде рядом с шкафом. Понятно. Вот ты где. Понятно. Ну, иди, залезай в ванну. А, где ты? Куда ты убежал? Где ты? Он куда-то сюда убежал. А, он вроде здесь. А, да, вот. Вот ты где. Вылезай, вылезай. Опять убежал куда-то. Где же он? Наверняка в том месте, в прошлом. А, вот ты где. Ну, иди в ванну. Ах, не боль, не бойся, малыш. И она его поцеловала. Ой, мне страшно. Ой, что это? Это что за кусок пластилина? Ой, кажется, он на мне отражается. Вау, вау, а это что? Вау, как красиво. Она так тщательно его мыла, что он даже, что она даже ванну перевернула. Потерпи, малыш, ща умоем, и будешь ты чистенький-причистенький. Самый чистенький шиншиленок во всем шиншилянске. Она наконец-то его отмыла. Наконец-то она отмыла и решила посадить его в кресло. Но и малыш запросился. Я хочу в коляску хочу. Посадить меня в коляску. И она посадила его в коляску. И рассказала ему сказку. И он наконец-то поцеловала его, и наконец-то он заснул. А она потом вспомнила, что она ничегошеньки весь день не ела и поела яблочко. Ела-ела, и такое вкусное яблочко было, просто не оторваться. Малыш посмотрел на нее и дальше спать. Вот такая веселая история про доктора Шинчу. Всем удачи и пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока.